Я считаю, что это ужасная смерть, потому что люди, которые ежедневно используют транспорт, технику, перемещаются и так далее, то есть это в первую очередь основная задача работодателей, государственных структур, потому что когда делается отбор, ни в коем случае нельзя рассчитывать на тот фактор по знакомству и так далее, либо достаточно часто это встречается, к сожалению, либо людей, которые тоже довольно часто встречаются, я сама с этим довольно часто встречаюсь, которые употребляют алкоголь и так далее, потому что это очень важный фактор, то есть жизни людей — это не игра, нужно очень сильно выбирать от персонала, сотрудников и так далее. Потому что я думаю, что все-таки судьба людей зависит именно в первую очередь от этого. Ну,